Мы год закончили в курсе, притом очень хорошо знаком с итогами года в России. Примерно такие же итоги года и у нас. Очень хорошо, что мы в торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией вышли на баланс торговли, даже чуть выше сальдо в пользу Беларуси. Это говорит о том, что те попытки нас удушить, и Россия, и Беларусь сегодня фактически провалились. Мы однозначно выстоим, тем более это тяжелый год, в том плане, что мы определили направление, по которому мы должны двигаться для того, чтобы сохранить суверенитет наш во всех отношениях России и Беларуси. Очень активно продвигаемся в экономике по импортозамещению. Вы, конечно же, в курсе дела. Мы с президентом Путиным практически с этого любую встречу начинаем. Экономика – фундамент. Если будет все нормально у нас в экономике, все остальные вопросы мы решим. Что касается Министерства иностранных дел, ну, я, вы знаете, всегда называю их образцовыми с тех давних времен. Если бы у нас все ведомства сотрудничали таким образом, как МИДы, то у нас вообще бы не было никаких проблем, и вопросов бы проблемных не было. Поэтому я всегда это говорил, не только сегодня.